Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! Вы смотрите очередной видеообзор гармоники, уникальной гармонии из магазина «Тульские гармонии» от Павла Уханова. Наш магазин является официальным представителем фабрики «Тульская гармонь», и сейчас как раз мы находимся на фабрике в своем кабинете. Я проверяю инструменты не только своих заказчиков, но и гармонии на реализацию. И вот эта замечательная уменьшенная заказная гармонь находится в наличии, вы можете ее приобрести. Для этого нужно просто позвонить по телефону, который вы видите на экране, или написать через мессенджеры, Telegram, WhatsApp, Viber. Все подключено к этому номеру телефона. Гармоника в уменьшенном корпусе, но это модель заказная. Здесь все сделано по высшему стандарту. Заказная голосовая начинка с деревянными резонаторами, с немецкими залогами, с настройкой мастером заказных инструментов. Деревянные деки, улучшенная левая механика, деревянные сетки, посмотрите, какая красивая правая, левая сеточка, ну, строгая, регулировка левого ремня металлическим колесиком, левый мех увеличенный, тут нестандартное количество барин, причем с итальянским лидерином и мельхиоровыми уголками. Кнопочки перламутровые, как левые, так и правые, есть отдушник. Уменьшенные гармоники у нас бывают, что касается оформления, либо с инкрустацией, либо с художественной росписью. Здесь художественная роспись, она достаточно гармонично выглядит на инструменте в черном цвете, то есть с одной стороны он достаточно строгий, то есть мужчинам подойдет спокойно. Но и благодаря тому, что все-таки есть роспись, и для женщин, я думаю, эта гармошечка вполне подойдет. Правая механика металлическая, у нее есть свои минусы, но есть неоспоримые плюсы. Эта конструкция очень надежная, она совершенно не боится перепад температур и влажности, в отличие от деревянной механики. Если хотите приобрести эту гармонику, звоните по телефону, который вы видите на экране, или приезжайте к нам в магазин. Ну а я, с вашего позволения, сыграю. Тональность гармоники Ready Yes – одна из самых популярных, особенно если вы любите петь под гармонь, как самостоятельно, так и в кругу друзей. Смог остановиться после песни, сразу продолжил цыганочку. Инструмент уменьшенный покупают не только потому, что он имеет габариты компактные, и при этом это заказная гармонь, то есть здесь все сделано по высшему стандарту. Его также покупают за особый тембр, причем такой озорной тембр. Благодаря конструктивным
техническим особенностям данной модели все уменьшенные гармоники очень яркие, очень звонкие. И причем то, что здесь неполный диапазон, 25 или 27 кнопок, ничего страшного в этом нет, потому что вот этими самыми нижними, самыми писклявыми кнопками редко кто пользуется, тем более в высоких тональностях, в частности в радиезе. Здесь не хватает четырех кнопочек снизу, но зато здесь есть дополнительные си бемоль и до диез, то есть все 5 хроматических звуков. То есть вот этим лучше не жертвовать. Вот эти пищалки, ну их. Зато вот в песне как раз «Ах, Одесса» я бы не смог ее исполнить, если бы не было до диез. И есть очень много песен, для которых диапазон 27 на 25 гораздо важнее, чем наличие вот этих вот самых писклявых кнопочек. Итак, если вам гармонь понравилась, звоните по телефону, который видите на экране. Если позвоните, она уже будет куплена, не расстраивайтесь, сделаем вам такую же на заказ. Проконсультируем, какие есть варианты, потому что у уменьшенной заказной модели есть более 10 вариантов комплектации и диапазонов. Также не забывайте подписываться на наши социальные сети, не забывайте спрашивать, какие у нас есть акции и специальные предложения. У нас каждую неделю есть так называемая «Гармонь недели», которая продается со скидкой. И, возможно, этот инструмент будет вам подходить, и у вас есть замечательная возможность сэкономить. Также у нас есть скидки при заказе инструментов производства и оплаты в рассрочке. На готовые инструменты у нас скидок немного, и они небольшие, ну, потому что особенно вот такие гармоники – это люксовые инструменты, дефицитные инструменты. Их обычно надо ждать полгода, год, а некоторые модели и несколько лет. Но, опять повторяюсь, не забывайте звонить. Мы живые люди, обязательно для вас что-нибудь придумаем. С вами был Павел Уханов. Всего вам самого наилучшего. Гармонии в мире, в доме, в работе, во всем. До свидания.